Поэтому четкое понимание, друзья мои. Не просто понимание, а четкое понимание. Человек со средним достатком особняк себе не купит никогда. И Lexus тоже. Казалось бы, какую я тут Америку открыл. Друзья мои, я сам под это подпал. Под то, что люди смотрят про богатую жизнь и смотрят, почему они любят на это смотреть. Потому что им кажется, что они этим владеют, они там живут. То есть поэтому они любят вот эту Рублевку смотреть, как там все сериалы на Рублевке. Девушки любят смотреть про этих принцесс там, которые въехали на Рублевку, да? Именно потому, что они представляют, что это они. Так же, как я, когда слушаю Битлз, представляю, что я играю в Битлз, и что этот крутейший успех мой успех, и получают это удовольствие. Вот то же самое. Но, и понимаете, сам обман очень-очень быстро переходит в обман. К сожалению, даже человек с таким твердым чердаком, как я, вынужден это признать, что у меня такое было, и я этому подвержен. Что я, конечно, от души не люблю, это жару. А завтра у нас... Вот, кстати, звук из детства. Полностью. И стол, за которым я с рождения ел. Вот я тут ел, с этой стороны. Вот здесь я сидел. Он стоял к стене, здесь я сидел. А здесь все остальные. И он мне казался, конечно, большим столом. Вот здесь хорошо проводить вечера, ребятушки. И не просто хорошо, а очень хорошо. Вот там у нас великие книги. Вон, видите, Владимир Орлов. А там вот этот Талмуд. Робер Мерль, остров. Это тоже замечательное творение, которое говорит о море, одиночестве, я думаю, так. И о приключениях.